Совсем скоро на Пятом канале состоится премьера второго сезона сериала «Контужены». Это продолжение сериала «Майоре Чистякове», который несколько лет назад получил серьезное ранение головы и контузию, но вместе с болезнью обрел и особенный дар. Прикоснувшись к какой-либо вещи, например, улике, оставленный преступник, он видит чужие воспоминания. В новом сезоне Чистяков выходит из больницы. Врачи дают хороший прогноз. Начальник ОМВД Майский предлагает Дмитрию стать его заместителем. К тому времени информация об оперативнике, который раскрывает самые сложные дела необычным способом, распространилась по всему городу. Именно поэтому криминальный авторитет по кличке Ацетон решил обратиться к Чистякову. У авторитета похитили дочь, и времени на ее поиски практически нет. Купить оперативника не удается, и чтобы заставить упрямого майора работать на себя, Ацетон обещает убить самых близких Дмитрию людей. Авторитет ждет от бывшего собравца чудес, но никто не знает, сохранился ли его чудесный дар, или теперь Чистяков может рассчитывать только на свою смекалку и опыт. Главные роли в картине исполнили Антон Батарев, Кирилл Полухин, Инна Ярмашук, Андрей Шарков, Наталья Ткаченко, Валентина Муравская, Владимир Петров и другие. Премьера второго сезона сериала «Контуженный» состоится уже в 2024 году. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.